Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой раз. Кудрявый клен зеленый и слезной, я влюбленный и смущенный пред тобой. Comuniștii și simpatizanții lor revendică demisia actualei guvernări. Протестуем против нынешнего режима, который не демократичен. Такая не власть должна быть не властью. Она должна покинуть кабинет, она должна уйти немедленно в отставку. Этот режим должен уйти в отставку. Они должны увидеть своих избирателей. Они должны увидеть в лицо представителей всех регионов Молдовы, которые скажут сегодня нет этому режиму. Printre liderii comuniștilor s-a făcut remarcat și deputatul Eduard Mușuc, îmbrăcat de această dată într-un tricou roșu cu portretul lui Che Guevara. Mi-a plăcut foarte mult tricoul și l-am cumpărat. Anul trecut, Oleg Voroin avea un astfel de tricou. Vă promit că nu este împrumutat de la Oleg Vladimirovich. Este tricoul meu. Și este care se îmbrăjaie немножко, care переживає за свою родину, за свою страну. Вот так. А как бы узнали о протесте? Вас пригласили? Из газеты. И приехали для того, чтобы поддержать.